Есть такое выражение: природа свое возьмет. Такая же ситуация случилась в Краснокамском районе села Никола-Березовка. На берегу Камы, нашей реки, организация «Гидровиц» производит намыв песка уже не один год. Было очень много обращений в службы надзора, в прокуратуру о том, что намывают, уничтожают территорию близлежащую. Все завалили песком. Курью здесь выработали. Ну, местные жители знают курью, приток Камы. И по итогу на днях случился такой казус, что данная установка, которая производила забор песка со дна, утонула. Здесь просто она утонула и все. Утонула почему? Явно не было качественного обслуживания. Неизвестно, каким способом подписывались документы, потому что данное судно каждый год должно проходить ТО. И вот сейчас думаем, сколько топлива в баках осталось, будет ли экологическая катастрофа здесь. Даже в минимальном масштабе, но она явно будет, потому что это все вытечет наружу. Также сейчас сделаем запросы в органы прокуратуры, Роспотребнадзора, чтобы провели проверку данного происшествия. Все упорно молчат. Будем освещать вот эту проблему, которая у нас в районе происходит. Ну и дальше публиковать ответы с правоохранительных органов. Вот тут до острова уже рукой подать. Просто переплыть 5-10 минут. И посреди реки по Малой Каме стоит вот это вот утопленное судно. Идем снаряд, да. Вот там у него понтон отлетел по ходу дела тоже. Его туда дальше унесло. Также на берегу раскидана куча металлолома, трассы, поваленные столбы высоковольтные. Все валяется в кустах.